Не хотел помогать по дому, поэтому убил родную мать. В страшном преступлении обвиняется житель Барышского района. По версии следователей, вечером 31 августа в рабочем поселке Ленина 49-летний мужчина в состоянии опьянения нанес своей 80-летней матери 3 удара ножом в область груди и шеи. От полученных ран женщина скончалась на месте. Злоумышленник задержан. В ходе допроса он пояснил, что ранение матери нанес из-за того, что она просила его помочь с ведением домашнего хозяйства. Расследование уголовного дела продолжается.